6 июня – теперь знаменательный день для ивановских маршрутчиков. Сегодня была организована первичная профсоюзная организация перевозчиков, работников общественного транспорта. Сегодня были подписаны все учредительные документы, то есть учредительный протокол и так далее. То есть, и сегодня у нас появляется первичная организация нашего профсоюза под названием «Автобус», куда войдут перевозчики автобусами, маршрутными такси. На сегодняшний момент для них на самом деле это благо, поскольку они намного лучше разбираются в собственном законодательстве, намного лучше понимают все нюансы своей работы. И, соответственно, в этом отношении, я думаю, что они более профессионально смогут себя защищать. Когда организовался профсоюз таксиста, автобусники и маршрутчики слетелись под его крыло в поисках защиты. Но маршрутный транспорт и такси не одно и то же. Представлять интересы и тех председателю таксиста Роману Круглову было сложно. А сами перевозчики, как говорится, полностью в теме. Роман все-таки он не специалист в нашей в области вот именно автобусных перевозок. Он все-таки профессионально таксист. Вот. И большого как бы опыта у него нету, специальных познаний. Все-таки законодательство различается в области пассажирских перевозок автобусами и такси. Соответственно, мы как специалисты, мы как уже профессионально длительное время в этом здесь работающие, мы знаем больше и, соответственно, сами-то мы можем больше, имея больше возможностей защитить сами свои права. Перевозчики надеются, что в новом качестве, самостоятельно представляя свои интересы, будут услышаны властями и добьются, наконец, справедливости. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.